Они защищают и восстанавливают права граждан, пополняют государственную казну. В Самаре прошла коллегия, посвященная деятельности службы судебных приставов за 2022 год. В прошлом году судебные приставы отработали 10 500 производств с задолженностью более 5 миллиардов рублей. Наша главная задача в текущем году – это индивидуальный подход к каждому ходатайству, исключение фактов необоснованного отказа и обеспечение установленных законом прав на достойное существование каждого гражданина. Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова рассказала, что работает в тесной связи с судебными приставами. В прошлом году была продолжена практика совместного проведения приема граждан по вопросам исполнения судебных актов, а также выездные коллегии с участием общественного совета при уполномоченном по правам человека. Реализация права жителей Самарской области на своевременное исполнение судебных актов является одним из важнейших направлений деятельности уполномоченного по правам человека. За прошедший год мы можем отметить позитивную динамику в работе службы судебных приставов Самарской области. Мы видим улучшение статистики в отдельных сферах принудительного исполнения судебных актов. Лучшим сотрудникам службы вручили награды от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Среди тех, кто был отмечен, и заместитель начальника отдела кадров Людмила Агибалова. Она работает в службе судебных приставов более 20 лет. И хотя к должникам не ходит, рассказывает, службы напряженные. Ведь принимая человека на работу, связанную с высоким эмоциональным напряжением, нужно трезво оценить его стрессоустойчивость, чтобы избежать текучки кадров. Я считаю, что это престижно служить своей родине, государству. Вот. И носить погоны. И стараюсь, так как я работаю в отделе кадров, я стараюсь, чтобы молодежь, наше подрастающее поколение, вот, тоже прониклись вот этой важностью, нужностью этой профессии. Людмила Агибалова была отмечена наградой губернатора за вклад в обеспечение законности на территории Самарской области. Виктория Шара, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.